Для одних донорство – это осознанный выбор, а для других оно вдруг становится спасением. Многие из нас могут оказаться как в числе первых, так и вторых. Станция переливания крови – надежный посредник в борьбе за жизнь. Сотрудники Люберецкого городского жилищного треста в очередной раз провели донорскую акцию. Специальное медучреждение посетили более 30 человек. С добровольцами пообщалась наш корреспондент Луиза Егезарян. Василий Найденов – донор со стажем. 11 лет назад коллеги предложили ему поучаствовать в благотворительной акции и поделиться жизненно важным элементом. С тех пор Люберецкую станцию переливания крови он посещает несколько раз в год. Этот визит стал 20-м. Кровь, она незаменима. И если мы не будем делиться ею, то кто поможет? Если мне она также понадобится, не дай бог, уже будет. Поэтому должны мы помогать друг другу. Традиция проводить донорские акции зародилась у ЛГЖТ 15 лет назад. Тогда профсоюзный комитет организации откликнулся на приглашение медиков. С каждым разом сотрудников управляющей компании, желающих пополнить запасы банка крови, становится все больше и больше. Очень много сегодня сотрудников, которые впервые решили с нами поучаствовать в этой акции. Огромное им спасибо. Порядка 5 человек. Я думаю, что они будут теперь ходить с нами постоянно. Стать донором может каждый. Люберецкая станция переливания крови принимает добровольцев с понедельника по четверг с 8 до 12. При себе необходимо иметь только паспорт, а состояние здоровья на месте проверяют специалисты. Луиза Егезарян, Валерий Абсалямов, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Анна Троян. Вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube и ставьте лайки. Будьте в курсе самых важных событий.